Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Zombie Catchers. Так, что у нас здесь есть? Смотрите-ка, зомби уже найдены, надо скорее отправляться сюда. Так, и освобождать еще зомби будем с вами. Так, ну что, давайте приступим к ловле, нам нужны зомбари свеженькие, как говорится, для наших коктейлей. Ух ты, смотрите-ка, недурно, недурно, ага. Ёлки-палки, ребята, вот этот вот охламон, который... В бачке. Ай, мы, блин, летучая мышь меня сбила. Ребят, не успею я, наверное, этого чудика догнать. А хотелось бы. Да, к сожалению, он от меня убежал. Гаденыш. Но он за это ответит потом. В дальнейшем. Ну, вылазьте давайте сюда, хламоны. Че, я не понял. Не видят, что ли, мозгов этих? Ну-ка, так. Вот они. Два свеженьких голубчика попались. Так, вот эту мышку мы уничтожим. Она мне все мои планы подпортила, гадина. Так, тихо, разбуянился, а, хламон. Блин, неужели не догоню? Ай, не смогу, ребят, не смогу. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя бочку я сбил с него. Жаль, конечно, жаль, ладно. Блин, надо собраться. Надо собраться с мыслями, как говорится, и ловить зомбарей. Нам нужны новые значки, ребята, новые достижения. Так, что, у меня еще два зомбарика. Вот сюда мы их присобачим. Ну что ж, давайте тогда ловить с вами остальных. Вот здесь у нас обнаружены. Давайте приступим к ловле. Так, поехали. Ну что ты тут ныкаешься, грустишь? Вылази давай, побеседуем. О, тем более здесь обычный. Поймали, отличненько. Двигаемся дальше. Вот здесь троечка. А ну-ка, сетка сейчас буду, ребята, я их ловить. О, как раз то, что нужно. Хе-хе, шикарно, сейчас бы меня оглушили бы. Но не тут-то было. Куда побежал? Эй, желторотик. А ну-ка, вернись, я тебе сказал. Вот так вот. Далеко от папочки, как говорится, побежал, а? Хламонище несчастный. Ну и последний, ребята, зомбарик у нас здесь. Вылази давай, чудик желтый. Блин, надо было гарпуном ловить. Зачем я только сетку потратил? Ну и что я могу сказать? У нас опять чистая победа, ребята. Так, я начинающий ловец. Хочу стать более продвинутым. Так, давайте-ка мы с вами, наверное, продолжим охоту. И, по-моему, там нужно спасти зомбарей. Ну, естественно, это надо будет за рекламу делать. Так что давайте приступим. Ну что, ребята, вот как-то так. Давайте сюда зарядим. Ух ты, у нас с вами будут делаться какие-то пироги. Так, сюда. Давайте... А, нет, не получится, ребята. Вот здесь вот можно сделать. Замечательно. Турборежим, блин. Так, и у нас еще обычные желтые. Ну, мы их вот сейчас сюда, наверное, поставим с вами, да? На выжималку. Так, что у нас тут по деньгам? Так, улучшить мощность и время полета нам нужно улучшить. Так что давайте сделаем, наверное, с вами. Нам осталось только лишь время полета. Нам нужно 1500 накопить. Но давайте быстрее раскупайте коктейли мои. Освежающие, холодненькие, бодрящие. Так, что у нас, ребята? Три зомбарика. Давайте вот сюда, наверное, их воткнем. Да, 49 минут 20 секунд ждать, пока выжмут из них там все соки. Слишком долго. Ну, я надеюсь, сейчас нам хватит с вами денег, чтобы мы смогли повысить уровень своей торговой лавочки. Так, нам нужны еще вот эти вот красные. Но они очень редко попадаются почему-то, ребята. Так, давайте мы сделаем. Отлично, поднимаем уровень себе. Какой там у меня получается? 13-й уже. Хо-хо. И еще два плутония получаем. Улучши зомби-выжималку, чтобы получить больше монет. Ну, это понятно, ребят. И у нас зомби уже найдены. Вот это хорошо. Так, давайте мы с вами отправимся на поиски их. Хотя, какие поиски? Их искать не надо, их нужно просто-напросто ловить. И причем идеально. Так, всего здесь будет 5 зомбарей у нас. Уже осталось 4. Так, иди отсюда, змея, мешаешься мне. Так, там летающая мышь, она меня, честно говоря, бесит. Ух ты, шикарно. Так, ну вылази давай. Блин, их тут 2. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо, ребят, нет. Не убежит он, конечно же, от меня никуда. Мыши, вы меня бесите. Летает, только лишь сбивает меня с панталыги. Так, ребят, ну вот, остались 2 последних зомбика. Естественно, мы будем их вот с этой стороны ловить, чтобы они не убежали в лес. Так, тихо-тихо, вот этот. Я думал, сейчас сшибанет меня молотком. Но, как видите, у него ничего не получилось. И у нас идеальная с вами получилась охота сегодня. Ну что же, пора нам с вами возвращаться в нашу забегаловку. Зомби пойманы. Так, дайте плутония. Нет, не дают. Не хватило буквально 2 зомбарей нам. Так,
Круто, ты нашел деталь зомби-выжималки. Так, и что это такое? Ну-ка, давайте, ребята, глянем. Ага, если хочешь улучшить все зомби-выжималки до максимума, отыщи как можно больше таких деталей. Удачи! Так, понятно, ребята, мне нужно буквально 1000 золотых, чтобы я смог улучшить. Угу. Черт, а у меня коктейль кончился. Так что давайте заправлять тогда зомби-выжималки. Так, давай-ка сюда. Блин, один. И тут один. Ай-яй-яй, как плохо. Так, ну здесь идеально все получилось. Давайте мы все это дело ускорим. Блин, по ходу дела нам, ребята, придется с вами смотреть рекламу. Ну а все лишь потому, что у нас не хватает плутония. 24 штуки, это слишком много. Я не знаю, как тут можно так быстро накопить. Кстати, также нам придется смотреть, ребята, рекламу на карте, где мы ищем зомбарей. Так, ну что, давайте я запущу тогда здесь. Так, замечательно, турбо-режим у нас включился. Ух ты. Так, нам нужно 1000 золотых монет. Я думаю, что сейчас у нас должно хватить, и мы с вами сможем улучшить зомби-выжималку эту. Да-да-да, именно вот эту вот. Ну, давай еще немножко, еще немножечко там. Есть, отлично, ребята. Все, 1000 монет у нас есть, так что давайте мы ее... А как ее улучшить? А, вот здесь. Ну что же, была не была. Стоимость одной порции 10 золотых, всего лишь-то. Ребят, невыгодно получается как-то, если честно. Так, ну что же, у нас зомбарей еще не найдено, но есть возможность, ребята, посмотреть. Ух ты. Эй, приятель, похоже, твой бизнес процветает. Ты не думал, может, стоит купить еще дронов и достичь вовсе заоблачных высот? Так, я бы, конечно, не против. 180 всего лишь-то. Угу. Я больше 10, по-моему, еще не набирал. Добавить денег. Нет, ребята, не будем. Я, наверное, пока перебьюсь. Да и времени у нас нету. Так что давайте смотреть. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот у нас очередная охота. Так, сколько их здесь? 6 будет. 6 зомбарей. Так, ну давай, давай, давай. Я вижу синий. Так, отлично, это хорошо. А тут, наверное, будет желтый. Да? Предсказуемый, а? Ладно, замечательно. Еще четверо здесь осталось у нас. Ну что, давайте, наверное, вот эту мышку убьем. Блин, вот смотрите, ребята, а если бы я бежал бы, да, за зомбиком, и вот так вот на нее напоролся бы, естественно, зомбарь бы от меня убежал. Да что такое-то, а? Вот так. Замечательно. Ну что ж, давайте вот сюда бросим. Спрячемся, они сейчас должны, в принципе... Так, ага, понятно, я вас понял, ребята, все. Хе-хе, синий, не убежишь, и ничего тебя не спасет. И вот эти два последних у нас. Оу, с молоточком, так, прыгаем, 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 отлично, промахнулись они. Ну что же, опять у нас очередная удачная охота. Я бы сказал, чистая охота у нас получилась. Ух, так, зомби пойманы, я получаю один плутоний. Ну, на этот раз у меня даже очень неплохо получилось по зомбарям. Единственное, что жалко. Так, давайте, наверное, вот сюда поставим на отжим. И вот сюда два. Так, отлично. Всех потратили. Так, ну что, предлагаю, наверное, ребята, сделать небольшой буквально перерывчик. Ну что, дорогие мои друзья, вот и кончился перерывчик. И у нас с вами охота продолжается на зомбарей. Так, давай, влази. Как раз то, что нужно. Свеженький фиолетовый зомби. Готов. Так, а здесь у нас с молотком. Только не молоток. Ё-моё, а? Да, ребята, этих я уже не догоню. Была большая ошибка. Вот так вот сделать. Хорошо. Здесь у нас еще двое есть. Давайте-ка мы их выловим. Так, синий и желтый у нас здесь. Эй, желтый, ты куда собрался-то? Подожди, как говорится. А здесь у нас... Так, с молотком. Ёлки-палки, ребят, он даже ничего не успел сделать, как я его проткнул грапуном. И последний у нас тут, ага, в бочке, точнее в баке, в помойном бегает. Думает, что он от меня убежит. Нет, не прокатит. Ну что же, друзья, вот так вот мы с вами и прошли. Конечно, не так гладко, как хотелось бы, но тем не менее. Давайте вернемся с вами в кафе. Расставим всех зомбарей, чтобы у нас уже, как говорится, делался сок. Одного сюда. Так, одного сюда, отлично. Одного сюда и двух сюда. Все, нормуль. А мы с вами идем дальше на зомбарей. Так, вот у нас здесь еще есть зомби обнаружены. Давайте приступать к ловле их.
Сколько их? 6 штук здесь будет. Блин, вот это вот не нравится мне. Вот так ее, ребята. Чтобы лишний раз не отвлекало. Так, бросаем, наверное, мозги. И поджидаем. Что-то никто не... Ага, вот, один есть. Ёлки-палки. Не попал олух. А вот я-то попал. Так, 2 синих, это хорошо. Черт подери, как-то не так сработало все, ребята. Совсем не то, что я хотел. Давай, Еджей. Отлично, умница-то у меня. Все-таки мы его достали. Ну, а здесь у нас кто? Ага, опять в баке в этом, в железном бегает. Да елки-палки, что за фигня? Че, двоих, что ли, сразу? Да, ребята. Одним выстрелом подбил двоих. Хорошо. Ну-ка, тут кто? Опять с молотком, блин. Он меня просто не увидел, поэтому я его подловил. Ребята, и у нас чистая охота произошла. Я получаю еще одну медальку. Еще одну охоту мы также с вами сделаем. Я перейду уже на более высокий уровень. Так, ну что у нас с вами? Выжимается здесь. Так, надо нам, наверное, вот этих вот. И вот этих добавить. Отлично. Практически везде у нас добывается сок. Что мы можем здесь сделать? Давайте, наверное, улучшим зомбовыжималку. 2000 всего лишь. Шикарно. Так, а здесь не хватает, ребята. Нам 3500 золотых нужно для того, чтобы улучшить гарпун. Так, вот где бы мне вот этого одного взять еще, а? Фиолетового. Надо где-то его на охоте искать. Но у нас откат. Хотя есть выход, в принципе. На что нам дана реклама, да, ребята? Кстати, тут можно освободить зомбарей. Давайте мы, наверное, так с вами и поступим. Давайте охоту вначале сделаем. Ну что, зомби у нас появились. Можно отправляться. Так, ловим зомбарей. 6 штучек здесь у нас. Так, 2 здесь у нас стоят. Давайте посмотрим, что здесь за ребята у нас будут. Так, желтый, ну, в принципе, ерунда. И еще один желтый. Ну, самый начальный. В принципе, за них мы не очень много получаем денег. Давайте теперь глянем, кто вот здесь у нас будет. Синий. И... Так, подожди-ка. Этот и не хочет выходить. Ну, давай, давай, вылази. Во, вот этот вот... Вот этот вот нам нужен. Ха-ха, поймал я его. Так, слушай, летающая мышка, ты меня бесишь уже. Так, надо попасть. Вот, отлично. Будем, значит, вот с этой стороны, ребята, охотиться, чтобы они не убежали в лес. Ё-моё, 2 с молотками. Дурики. Ой, дурилы. Да что ж такое, почему гарпун так долго у меня за... Оу, нет, не должен я упустить. Да какого хрена? Эть, хотел перепрыгнуть, ребята. Не получилось, к сожалению. Ё-моё, блин. Одного упустил. Ай, ладно. Что есть, то есть. Будем мы этому рады. Так, давайте заправим свои зомбовыжималки. Пускай идет у нас отжим. Так, давайте вот сюда, наверное. Не, подождите-ка. Вот сюда одного, сюда 3 и сюда. Блин, одного не хватает, желтого. Ну что же, ребята, надо нам с вами еще раз смотреть. Ну вот и отлично, зомбари у нас есть. Естественно, мы сразу же приступаем к охоте. 5, маловато будет. Так, один, значит, здесь у нас находится. И кто это? Желтый, ладно. И такой, как говорится, сойдет. А здесь... Давайте деда. Или фиолетового. Так, ага, вот он, дед. Да елки ты палки, ты припух, что ли, борзота? Ну-ка давай сетка его, ребята. А-ха-ха-ха, поймали. Захотел, гад, убежать. Так, змея, ты здесь не нужна мне. Значит, у нас еще здесь 2, даже 3. Так, давайте-ка вот здесь вот мы их поджидать будем. Желтый вылез. Готов. Ну-ка, еще один. Интересно, а кто здесь? Наверняка синий. А нет, с молотком, гад. Опа, видали, как я его надурил. Просто как дурачка взял на сетку и поймал. Ребята, и я получаю новое звание. Охотник-любитель. Обалдеть, почему именно охотник-любитель? Я уже профессиональный охотник, елки-палки. Так, получаем с вами плутоний. И очередную партию зомбарей. Так, что у нас тут, ребята, можно сделать?
Ну, здесь вроде бы все занято. Улучшить. Давайте-ка, наверное... Ага, давайте-ка. Мне еще пыхтеть и пыхтеть до этого. Ну и ладно, не будем расстраиваться. Ребята, у нас есть зомби. У нас есть куда их поставить. Так, давайте-ка, наверное, ускорим это дело. Так, и вот сюда вот. Да, две плутония тратится. Ну и давайте тогда вот этих вот до кучи уже. Ну вот, турборежим запустили мы с вами. Так, давайте, наверное, вот сюда одного и сюда двух. Так, денег нам, в принципе, еще пока не хватает. Можно вот этих вот дожать. Давайте сделаем. Так, ребятушки, вот оно, в принципе, и все. Так, давай-давай, ребята, покупать у меня коктейль. Мне нужно улучшить мощность. Так, давайте-ка. Все, улучшаем, ребят. Максимальное улучшение у нас. Так, и купить шляпу. Ага, здесь нужно 1000 золотых. 1000 золотых, блин, а у меня все. И соки кончились, и зомбарей нету. Ну что ж, давайте отправляться. Нужны нам зомбари обязательно. Так, ну что же, вот они обнаружены у нас. Естественно, мы отправляемся на ловлю. Так, 7 зомбарей здесь у нас будет. Это, кстати, очень хорошо. И желательно бы каких-нибудь таких суперских. Так, о, 2 синих, неплохо. Давай-давай, вылази, я тебя все равно видел, гад. Ну, а так, отлично. Так, один у нас находится, значит, вот здесь. Интересно, кто тут? Наверное, желтый. А, нет, смотрите-ка, синий. Так, отлично. И еще 4. Ага, они, смотрите, все здесь находятся. Так, будем вот с этой стороны их ловить. Так-так-так, подожди, 2 желтых. Оп-оп, отлично. Поймали мы их на сеточку. Ну, а здесь кто? Фиолетовый, отлично. Пойман. И последний у нас здесь. Блин, опять в бронике. Ладно, попробуем ему пробить. Бинь, поймали. Ну что же, ребята, чистая охота у нас прошла. Мы поймали с вами всех абсолютно зомбарей. Блин, 25 мне жетончиков нужно, чтобы повысить себе уровень. Так, отлично, давайте, ребята, отправляться с вами в кафешку и расставлять зомбарей для сока. Нам нужно с вами 1000 золотых, чтобы я смог себе купить ковбойскую шляпу и, соответственно, улучшить свое здание. Так сказать, свою кафешку придорожную. Так, здесь тоже сделаем турборежим. Ну, надеюсь, мне этого хватит, ребята, а? Так, 540, 630. Давай-давай-давай-давай, быстрее. Мне нужно купить себе шляпу. Да не, должно хватить, ребята. У меня там очень много коктейлей, я смотрю, там стоит. Так, вот, совсем чуть-чуть осталось. Сейчас, ребята, буквально секунды. Так, еще 50. 40. Ну, давай-давай-давай. Ну, последнее. Все, ребята, покупаем себе шляпу и повышаем себе уровень. 14-й, елки, посмотрите, какое-то новое мороженое у нас. Начни производство нового продукта. Я обязательно начну производство, но для начала мне нужны зомбари. Так, продать что-нибудь, продать товары, улучшить. Ребята, блин, веревку. Офигеть, 4000. Да, вперед, как говорится, и на зомбарей. Они как раз у нас обнаружены. Главное всех переловить. Хе-хе, я теперь в шапке. Ребят, я ковбой. Так, синий есть. Ух ты, деталька, отлично, ребята. Это очень хорошо, когда выпадают детальки. Эй-эй-эй, тихо-тихо, не-не-не-не-не. Вот. А ты-то куда собрался? Эй, подожди. Вот, давай в другую сторону. Да, далеко, конечно, он не убежал. Тихо. Так, летучие мыши, вы достали уже здесь в корень. Ну, а здесь кто у нас? Синий, отличненько. И вот это вот последнее, ребята, у нас 2 зомбарей. Сейчас мы их поймаем. Так, блин, вот фигня полнейшая, а. Ладно, этого я должен поймать, ребят. А вот, ух ты, какого хрена. Блин, даже 2 выловить успел. Ну что же, это очень хорошо. Я даже сам не ждал, если честно. Думал все-таки, что этот в баке мусорном от меня убежит. Но поймал я их все-таки. Так, и что у нас здесь? Давайте-ка, ребятушки, наверное, загрузим. Так, а вот тут 2000, блин. Я хочу себе такую штуку. Но для этого, ребят, вы сами прекрасно знаете, мне нужны зомби. А их у нас пока нету. Так что
наверное, давайте на этом прощаться. Мы обязательно с вами увидимся уже в следующих выпусках и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока. До скорого.